Стоп, ты сестер битвы взял? А чё не некронов? А мне уже не нравится это. А мне что-то уже и не нравится это совсем. То, что ты сестер битвы взял, блин, хорошо, я в последний момент увидел то, что ты сестер битвы взял. Переобулся, да, значит? Не хочешь играть за вот эти расы? Так, заказываем быстро, ребята, вот это и вот это. Это будет очень для нас важно и очень хорошо влияет на нас, как на игроков. Давайте, 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 давайте. Отлично. Вот это сюда пошло, вот это сюда пошел. Нет, я прошу прощения, вот это сюда пошло, вот это сюда пошло. Рапторы готовы убивать вас. Так, давай, 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 давай. Угу, хорошая работа, хорошая работа. Так, а тут у нас, оказывается, кто-то застраивает. Но это непорядок абсолютно. Так нельзя. Мы служим темным богам. Я обязательно это построю. Да, повелитель, мы готовы служить вам. Мы жаждем угодить вам. Благослови нас, о великий. Так, мне отрядец, по-моему, сбрили, да? Да, вроде как уничтожили мне один отряд. Не, нах, да ты гонишь. Так, ну давай посмотрим, что у парня тут находится. Их на ходу расстреляют. Нет, я так не думаю. Я так и так не думаю. Я иду здесь, чтобы вести вас.
Чё, они мне их героя, блин, гасят, да ты гонишь. Да ты гонишь, блин. Герои-то как? Герои-то за что? Склонитесь перед тем, что можешь приказывать мне. Их на ходу расстреляют, это я тут согласен. Не стоит со мной шутить, шериф. Пожирайте их плоть. Назад. Разрушим все вокруг. Не стоит со мной шутить, шериф. Они слышат поступ Рока. Я отдам все за великую силу. Спасибо. Не стоит спасибо, со мной хозяин. Шутить, червь. Уф. Давай, где ты? Иди сюда, чё? Ну давай поборемся за эту точку, если хочешь. Так, ну они, я вижу, сюда напали. Ну чё, где тут есть покоцанный? На покоцанного можно нажать. Нет, я не убью. Но... Бахнули, бахнули. А хотя, возможно, лучше сразу очищение слабых бахнуть. А у меня нету. Так, ну потом вот это. Хотя на самом деле можно и вот сюда просто вот так. Бах. А, как по мне, обычный юнит у сестер куда сильнее при прокачке, чем у серафимов. Ну да. Не, вообще юнит вот сейчас, кого он заказал, это он мощно сделал. Смотри, кого вытворяет. Не стоит со мной шутить, червь. Yes. Вы тоже слышите? Где враг? Я выпью их души. Что прикажете? Мы служим.
поможем вам, чтобы получить в награду силу темных богов. Я отдам все за великую силу. Я здесь, чтобы вести вас. Я выпью их души. Я служим темным богам. Это тысяча голосов. Я вижу цели. Это тысяча голосов. Крик боли. Удерживаем вещи, дайте славу. Чего ты хочешь? Что пожелаете, великий? Все, что угодно. Я обязательно это построю. Не стоит со мной шутить, Вперед! Во имя хаоса! Я здесь, чтобы вести. Во имя хаоса! Отвернись! Куда только пожелаешь. Я чувствую, как погружаюсь в варп. Это приятно. Все, что угодно. Всякий, кто посмеет помешать мне, умрет. Да, подождите. Всякий, кто посмеет помешать мне, умрет. Крик боли. Чего ты хочешь? Моя жизнь — вечная мука. Это тысячеголосый крик боли. Да, теперь боги хаоса говорят ясно. Боже, слышите эти голоса? Остановись! Боже, прикосновение! Назад! Я должен быть там! Я заберу их тут! Вверх, врагам! Опачки, а кто тут у нас? Пользуйтесь гранатами. Да-да-да, я пользуюсь гранатами. Просто не всегда, как бы, не скажу то, что типа до меня дошло, не дошло. Доходит-то до меня информация вполне себе нормально. Опачки, а не ГГ ли написал этот товарищ? Мне кажется, что да. Победа, великая победа хаоса. Видали, ребята, а?
Великая победа была сейчас за хаос. Вперед, ребята, за хаос. На, блин.